Я просто в восторге. В восторге от самого начала до последнего момента. Со всем. С техникой, с возможностями, с вашим отношением. Ты читаешь какие-то дополнительные информации к тому, что ты уже учишься, да? Это по-настоящему так вдохновляет и дает тебе возможность ощущать, что ты по-настоящему можешь эти вещи делать, да? Восхищаюсь тем, как это все было структурировано, этот курс вообще, так что нас подготовили. Вот я прошла через какие-то по-настоящему такие трансформации. Для меня это было просто как прорыв в сознании, потому что по-настоящему это ты чувствуешь, как у тебя перестраивается, у меня лично перестраивается мозг. Как только этот мозг перестроился вот на ту технику, как это все должно было быть, ты получаешь удовольствие, ты делаешь это по-настоящему, вкладывая душу, и это все получается, потому что ты видишь это все, как это все у тебя выходит. Открываются глаза, у тебя начинает жизнь представляться в этих деталях. Ты просто видишь эти все детали. И это все, ты всматриваешь эти морщинки, думаешь, и я это могу сделать, и это один космос. Натюрморт — это еще один космос, который... Совсем улетели, да? Но факт тот, что я хочу вам просто бесценная благодарность, Лариса, вам персонально, потому что уже насколько у вас по-настоящему профессиональный подход и глаз к тому, что происходит, и вот эта детальность, которую вы каждому человеку объясняете, я просто преклоняюсь перед вами. Я вам честно говорю, я вам благодарна. Просто безмерное. Ну вот мое впечатление от этого курса, поэтому хочется продолжать, потому что когда я никогда, я хотела, я как-то мечтала, я сходила по музеям, я видела эти картины, я думала, как это лицо рисовать, ну там, потому что ты не видишь там никаких мазков, ты понятия не имеешь, как это сделать. После девочки Леонардо я просто я понимаю, что я хочу рисовать портрет, и что я могу нарисовать портрет, и вы меня можете научить, как это рисовать. И поэтому я просто, просто благодарна от всей души вам, что по-настоящему вы делаете очень хорошее дело. Спасибо. Да, я хотела бы присоединиться к каждому слову и поблагодарить вас, потому что действительно ваши разборы — это очень ценный опыт. Даже если не твою работу разбирают, да, на чужую работе ты смотришь, понимаешь эти все ошибки, и это все складывается как-то, выстраивается в правильном направлении, и ты понимаешь, над чем тебе нужно работать. Большая благодарность также Анечке, она нас прямо окружает своей заботой, что нужно, не стесняйтесь, говорите, да, звоните. Очень хорошо все выстроено в школе, вот именно начиная от тех, кто вообще ничего не понимает в этом, то есть для совсем нулевых людей и профессионалам тоже очень интересно, много нового. Во-первых, техника совершенно потрясающая. Это как бы я всю жизнь рисую, но в другом стиле абсолютно. Мне было очень интересно. И очень доступно все разжевывается до такой степени, что все понятно и не страшно. Теплая обстановка, и очень легко мы и сейчас продолжаем общаться. Я думаю, и дальше будем общаться и делиться своими работами. Очень ценные, когда есть показать людям, которые горят этим же и которые в этом понимают и могут тебе подсказать, и это ценно на самом деле. Спасибо большое всем. Ну, я рисовала до этого, вот года полтора я ходила в художественную школу, занималась там живописью, собрались уже картины, какие-то раздаренные, какие-то собрались, у нас друзья открыли кафе, я их туда повесила, ну, как выставка. Я вот прихожу сейчас уже, и меня там кто-то не знает, что я рисую, говорит, ой, так красиво. Я думаю, блин, уже не то. Вот я же домой прихожу, я вижу уже эти работы. Да, да. Это уже другой вообще уровень, это вообще уже другой скачок, мне кажется. Прям за эти 4 месяца так за ручку вы нас провели, как детей маленьких в первый класс. Все рассказали, все показали. Вы знаете, как нам, первоклассникам, нужна такая учительница. Да. Мы не можем. Вы сказали, хорошо, 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 хорошо. И думаешь, боже мой, и да, и хорошо, и еще лучше хочется. Еще лучше будет, да, хорошо, но мы усилим красоту, да, красоту мы усилим.
не я к тому, что вам отдельная благодарность за то, что вы нас так мягко к этому. Получается очень красиво, но можно еще лучше, чтобы это было как-то так с любовью и за ручку, и так потихонечку, с верой, что мы сами в себя поверили, а теперь мы уже верим и можем дальше что-то еще пробовать. Да, но вы же уже увидели, что вы можете, реально вы можете. Уже шедевры делаем. Всегда приятно, когда тебя сначала похвалят, а потом уже покажут там на свои вроде бы как незначительные ошибочки. И вот наш разбор общий, так как-то вот нас, ну как-то мы взаимодействовать, вот еще больше научились друг с другом, когда разбирали работы, даже вот в нашем чате теперь, в котором мы собираемся общаться. Уже такая мысль появилась, что мы можем уже разбирать работы друг друга, там, друг другу подсказывать что-то. Конечно. Ну вот я, например, почему и сюда обратилась, что, ну, как вы поняли, я уже давно-давно рисую. Вот у меня образование есть, вот, но такое я первый раз столкнулась, и мне сразу без сомнений появилось желание, ну, узнать, что это такое. Вот, и поэтому нигде больше я и до сих пор не встречаю, чтобы кто-то еще, кроме вот этой академии, работал в такой технологии. А тут никто. Общаешься с людьми, которые понимают тебя уже, что это на начальном этапе, но уже будем разбирать, у кого как получается, и в дальнейшем будем общаться. Но действительно еще с вот этой техникой, которую вы даете, наверное, можно сказать, это то, что лечит душу. Mm-hmm. И это то, что дает надежду на то, что все будет хорошо. Для меня важно то, что я научилась, самое главное, я вот за инструментом пришла для себя. И я вам очень благодарна за вашу группу, за вас, Лариса, за ваше всегда позитивное настроение. Я смотрю, думаю, что она такая довольная? Каждый день, каждую встречу. Но на самом деле смотришь и думаешь, боже, ну это же заражает. Вот эта любовь к этому делу. Я вот вспоминаю тоже, насколько я любила и насколько я люблю на самом деле это делать, и так хочется, и руки чешутся, и как бы вот поскорее сесть. Мы все вас очень любим и заинтересованы в ваших вот прекрасных результатах, прекрасных шедеврах. Это же тоже мы гордимся сразу, это мой ученик. Вот так каждый преподаватель.